Вологда Чивакате одержала первую победу в рамках Кубка ФИБА Европа. 29 октября вологжанки принимали на домашней площадке белорусскую команду «Цмоки Минск». В прошлом сезоне наша команда дважды встречалась с баскетболистками из Минска, и оба раза матчи завершились победой пчелок. Наши спортсменки оказались сильнее на этот раз. Счет 65-58 в пользу нашей команды. Благодаря этой победе Вологда Чивакате возглавила турнирную таблицу первенства и теперь лидирует в обоих чемпионатах, в которых принимает участие. Следующий матч в рамках Кубка ФИБА Европа Вологда Чивакате также проведет на домашней площадке. 12 ноября вологжанки встретятся с командой из Турции. А уже 1 ноября в рамках шестого тура чемпионата России пчелки встретятся с московской командой МБА.